Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітали кандидат юридичних наук, доцент, директор Інституту права, економіки та міжнародних відносин Яна Тицька, професор, завідуюча кафедрою економіки та міжнародних відносин Головченко Олена Миколаївна, автор та експерт проєкту «Профайлинг. Час розбиратись в людях», керівник ресторану «Белла. Задорожня Вероніка». Вітаю вас усіх. Отже, перше запитання, Яна, до вас. За якими освітніми програмами економічного напрямку готують спеціалістів в Інституті права, економіки та міжнародних відносин? Та яка специфіка професії сучасного економіста? Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости, абитуриенты и, конечно же, их родители. Сегодня в Институте права, экономики и международных отношений высококвалифицированных специалистов готовят по следующим образовательным программам экономического направления. Ну, это, конечно же, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, экономика, IT-инженерия, менеджмент, отельно-ресторанное дело и публичное управление. Профессия экономиста является одной из самых востребованных профессий. В чем же востребованность этой профессии? А в том, что она универсальна. Универсальна она тем, что экономист – это человек, который необходим на любом предприятии частной и государственной формы собственности. Это человек, который занимается планированием хозяйственной и материально-технической деятельности любого предприятия. Также может работать в образовательной сфере, в банковской и в сфере отельно-ресторанных услуг. Специфика данной профессии и подготовка специалистов в институте заключается в том, что мы каждый год пересматриваем наши учебные планы. Мы подстраиваемся под современный рынок труда и готовим специалистов, которые необходимы современному рынку. Мы приглашаем непосредственно не только наших ученых и преподавателей читать им лекции, также у нас очень много гостевых лекторов, которые приходят к нам. Это представители и управляющие банков. Это ательеры, это рестораторы, это управляющие больших и малых предприятий. То есть мы очень серьезно подходим в институте при подготовке экономистов, так как это человек, который планирует всю финансовую деятельность предприятия. При поддержке нашего уважаемого президента, академика Сергея Васильевича Кивалова, в институте постоянно проходит мониторинг современных профессий. И вот в этом году мы открыли на уровне магистра три новые образовательные программы. Это арт-менеджмент, менеджмент здравоохранений и менеджмент в отельно-ресторанном деле. Ну, многие вот сейчас даже родители звонят и спрашивают, расскажите подробнее о данных образовательных программах. Ну, хочется сказать, вот, акцентируя внимание на программе арт-менеджмент, что это люди, которые работают в искусстве, телевидении. И кроме специальных знаний, да, которые они получают непосредственно при получении образовательного уровня бакалавра, на уровне магистра арт-менеджмента они могут получить знания в сфере управления, могут открывать свои предприятия, могут регистрировать собственный бизнес. Это может быть как и издательство, это может быть собственный телеканал, это может быть собственный бизнес. И вот эти знания, которые мы даем при подготовке магистров арт-менеджмента, им станут необходимы. Менеджмент в системе здравоохранения. Сегодня мало быть медиком, мало получить медицинское образование, если вы хотите быть главврачом, если вы хотите стать старшей медсестрой, открыть свою фармацевтическую компанию, либо частную клинику. Естественно, для этого вам нужен диплом магистра менеджмент в системе здравоохранения. Хочу сакцентировать также внимание на образовательной программе менеджмент отельно-ресторанного бизнеса. Это уникальнейшая образовательная программа, которая открыта вот при поддержке нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. Данная программа готовит ательеров, рестораторов, руководителей туристических компаний. Наш город туристический, и такие кадры сегодня необходимы городу. И промониторив рынок, мы сделали вот акцент именно на этой образовательной программе. Хочу также сказать, что сегодня многие молодые люди решают, что им достаточно диплома бакалавра. И вот, окончив 4 курса, отказываются поступать в магистратуру. Я хочу обратиться вот как к нашим студентам,
студентам, так и студентам других заведений высшего образования, что, ребят, не делайте ошибку вот в таком раннем возрасте. Обязательно делайте все возможное и невозможное, чтобы получить образовательный уровень магистра. Сегодня вы можете понимать, что это вам не нужно, а завтра ваша судьба сыграет с вами в такую шутку, что вот вам будет сделано предложение, а диплома этого не будет. И я всегда говорю своим студентам, что багаж знаний – это не рюкзак, его на плечах не нести, и лучше все возможное сделать вот в раннем, таком молодом, юном, да, потому что студенчество – это юный возраст, чтобы как можно получить одно высшее образование, а лучше два, три, и эти дипломы пусть они будут, они все равно всегда станут вам актуальны, будут необходимы. И, конечно же, идите в магистратуру и получайте дипломы магистра. Тем более, что при поступлении в магистратуру, как раз-таки в экономическом направлении, если у вас есть диплом специалиста или диплом магистра, вам не нужно сдавать внешнее независимое оценивание. Вы приходите к нам в приемную комиссию, предъявляете ваши дипломы, и вы уже поступаете к нам в магистратуру без сдачи внешнего независимого оценивания. Хочу также сделать акцент, что в институте открыта уникальная образовательная программа на уровне младшего бакалавра. Те молодые люди, которые после 11 класса не посчастливилось сдать 3 ЗНО, они сдали только 2 ЗНО, у нас разные конкурсные пропозиции, вы можете к нам прийти, и мы вам подберем ту специальность, которая вам необходима и которая вам подойдет по вашим сертификатам. В институте права, экономики и международных отношений есть уникальная возможность построить научную карьеру. Потому что многие ребята любят участвовать в конференциях, писать статьи, создавать различные проекты. И, конечно же, мы уже вот с нашими коллегами видим в таких студентах потенциал ученого. Аспирантура у нас открыта как по экономике, так и менеджменту. И есть доктора наук на кафедрах, которые могут быть непосредственно как гарантами данной образовательной программы, так и научными руководителями, и не только руководителями, но и научными консультантами наших студентов. Поэтому продление вот этого непрерывного образования – это та уникальность, которая существует в нашем институте. Хочу также пригласить всех коллег, всех студентов при поддержке нашего президента, у студентов и наших преподавателей есть возможность пройти стажировку в сентябре в Болгарии. Стажировку можно эту пройти как и дистанционно, так как мы знаем, карантинные условия сейчас не дают нам возможности перемещаться, коммуницировать с другими странами. Так, если будут возможности, откроются границы, мы можем совершить туда поездку, экскурсию, очень доступные условия. Вот такая есть у нас возможность. Это очень важно, потому что это дает нам возможность быть мобильными в международной и научной сфере, а также видеть и перенимать международный опыт. Ну, конечно же, на завершение своей речи я хочу пригласить сегодня всех абитуриентов Одессы, Одесской области и Украины в целом поступать в Институт права, экономики и международных отношений, стать частью нашей дружной семьи. Спасибо. Дуже дякую вам, Яна, за розгорнуту відповідь. Ми перейдемо до Олени Миколаївни. Олена Миколаївна, скажіть, будь ласка, яка специфіка викладання на вашій кафедрі та які особливості підготовки сучасних економістів та де заклад вищої освіти працевлаштовує фахівців у сфері економіки та менеджменту? Как обычно, да, набросала себе какие-то заметки, сейчас чувствую, что буду отвечать совершенно в другом ключе, потому что, ну, во-первых, Яна Александровна прекрасно расставила акценты по ситуации, а во-вторых, значит, особенность в чем? Ну, во-первых, кафедра укомплектована, а я представляю кафедру экономики и международных экономических отношений, она укомплектована высококлассными специалистами. У нас 3 доктора наук и все кандидаты наук. То есть у нас практически нет ни одного человека без ученой степени. Кроме того, многие из наших специалистов имеют практический опыт, что неоценимо в преподавании. То есть, например, преподаватель, специализирующийся в бухучете, работает
работает в аудиторской компании, то есть это уже практический опыт. Значит, преподаватель, экономист-международник имеет практический опыт практической работы, после которой это у нас Нестерова Екатерина Сергеевна пришла в преподавание. Это человек, свободно владеющий двумя иностранными языками, и это тот потенциал, который можно передать студентам. Так можно о каждом говорить, и я могу говорить бесконечно. То есть профессор Потемкин Леонид Николаевич, он имеет тоже богатый практический опыт. Он заведовал институтом последипломного образования, он работал экономистом. То есть это все, что сейчас очень ценно, потому что оторванность от практики. Ну да, можно иметь академический какой-то потенциал, что немаловажно, но когда можно показать и рассказать, как все это работает, это невероятно ценно. Кроме того, обучение на кафедре проводится по передовым образовательным технологиям. Значит, уже начиная с младших курсов, студенты активно вовлечены в деловые и организационно-деятельностные игры, работают над кейсами, получают творческие индивидуальные задания. Кроме того, начиная уже с младших курсов, мы стараемся привязать их к предприятиям, где они хотели бы в будущем работать. Они проходят практику на предприятиях, на передовых предприятиях города Одессы. И вот дальше уже я еще вернусь к вашей второй части вопроса о трудоустройстве, но в данном случае это уже задел, уже посмотрев на этого студента, многие работодатели уже хотят его заполучить навсегда. Значит, кроме того, у нас есть вот такая моя любимая тоже специальность, хотя Яна Александровна прекрасно осветила все, это международные экономические отношения. Во-первых, мы были первыми, кто ее организовал. Во-вторых, это уникальная возможность получить двойной диплом. То есть человек получает диплом переводчика и экономиста-международника. Представьте, насколько рейтинг в этом случае поднимается. Значит, кроме того, хорошо знающий иностранный язык студенты, ну вот мы всегда находили возможность отправлять за границу на практику, причем не просто на практику, но наши студенты работали, получали зарплату и совершенствовались и в иностранном языке, и в своем, и в своей будущей профессии. Ну, скажем так, кроме того, уже тоже, опять-таки, разговор вращается вокруг одного и того же. Связи с работодателями позволяют нам выяснять потребность в специалистах. И, то есть, даже вот иногда учебный план меняется по желанию работодателей. То есть они хотят видеть, или чтобы специалистов, которые углубленно изучали те или иные предметы, у нас есть возможность ввести эти предметы в этот учебный план. Значит, то есть, кроме того, после окончания университета мы поддерживаем тесные связи с нашими выпускниками. Мы следим за их карьерой, мы смотрим, где кто устроился. То есть мы можем с гордостью сказать, ну, наверное, об этом тоже мы будем говорить, что очень многие наши бывшие студенты, выпускники занимают ответственные посты на ключевых предприятиях города Одессы и в органах местного самоуправления. Очень многие открыли собственный бизнес, очень многие работают за границей. То есть, опять-таки, повторю слова Яны Александровны, для желающих заниматься научной деятельностью у нас успешно функционирует аспирантура. То есть мы отслеживаем талантливых студентов, которые... У нас есть конкурсы, у нас есть студенческие конференции, мы работаем над творческими работами, есть сборники, в которых можно опубликовать под руководством научного руководителя сначала первые труды, а потом уже старшие курсы. У нас практически самостоятельно работают наши студенты. Ну, тут я могу говорить бесконечно, но аспирантура открыта, она успешно функционирует, то есть уже есть выпуски. Значит, общеизвестно, что на сегодня экономическое образование действительно востребовано даже в рейтингах профессий. Оно позволяет сделать карьеру, и потребность в специалистах этого профиля существует всегда. Ну, поэтому получение экономического образования гарантирует выпускникам уверенность в будущем. То есть вот я ответила на вопросы об образовании и немного коснулась трудоустройства. Но еще
еще два слова. То есть у нас есть, скажем так, в институте существует, скажем так, такое образование, которое поддерживают преподаватели. Это карьера, оно называется. Это, скажем так, группа. Это группа преподавателей заинтересованных, которые мониторят ситуацию со специалистами, которые находят и предлагают вакансии. То есть у нас практически, есть такая хорошая, когда всегда говорили, то есть формула «каждый желающий работать должен работать», тут мы можем сказать следующее, что если человек хочет работать, бывают и такие, что не хотят, но он всегда будет трудоустроен. Уже на старших курсах многие наши студенты работают, и мы создаем все условия, чтобы они могли полноценно учиться и работать на своих рабочих местах с последующим карьерным ростом. Так. Дуже цікаво. Дякую вам, Олена Миколаївна. Вероніка, сьогодні ви є партнером інституту, а також ведете активне суспільне життя. Вас часто запрошують викладати лекції у якості коуч-тренера. А яким саме навичкам ви навчаєте сучасну молодь під час ваших з ними зустрічей? Спасибо. Я в такой прекрасной академической компании выступаю здесь как представитель свободного бизнеса. Во-первых, хочу выразить огромную благодарность вам и вашему учебному заведению, потому что моя старшая дочь, хочу поделиться, она выходит с этого учебного заведения. И я не устану повторять, что именно те знания, которые были получены ею за эти годы учебы, и те оценки, которые были получены, помогли ей выстроить международную карьеру. Поэтому, когда я слышу, что не надо сегодня учиться, диплом ни о чем не говорит, я всегда повторяю, что нет. Именно диплом, может быть, не сама бумажка, а те знания, которые лежат в глубине этого диплома и создадут вам тот базис, молодежь, если меня сейчас слушает, которая поможет вам в дальнейшем в жизни. Я со своей стороны с удовольствием, конечно, принимаю участие в лекциях, на которые меня приглашают, со стороны бизнеса, то есть как практик. Я абсолютно уверена в том, что здесь такие специалисты, которые дают сильнейшие академические знания. Но иногда я думаю о том, что если бы на заре моей бизнес-карьеры рядом со мной находился человек-практик, который бы мне говорил: да, помимо учебников, возьми еще немножко этого, а вот это немножко этого. Научись общаться с людьми, научись коммуницировать, научись выстраивать денежные отношения, торгово-денежные отношения, никто не отменял, да? А самое главное, это, конечно же, люди. Я думаю, что очень многих ошибок в жизни и в бизнесе я могла бы избежать, в том числе каких-то банкротств, которые, да, были. И сегодня, когда я прихожу на лекции к студентам, мне очень хочется поделиться именно собственными ошибками. Знаете, говорят, дураки учатся на собственных ошибках, да, а умные на чужих. Так вот, мне хочется донести эту мысль. Учитесь на моих. Я уже эти ошибки совершила, но мне очень хочется, чтобы вы их не совершали. У вас будут свои ошибки, вы этого никогда не избежите. Но если вместе с сильнейшими академическими знаниями вы получите знания практика, хотя бы услышите, хотя бы попробуйте к ним прислушаться, это джекпот, я считаю, да. То есть те лекции, на какие темы я провожу лекции, конечно, это психология. Во-первых, это взаимоотношения с людьми. Потому что бизнес, а многие студенты нацелены именно на бизнес, это прежде всего люди. Если у тебя есть идея, но нет людей, ты никогда ее не осуществишь. Потом студенты говорят: мы знаем, что менеджмент – это очень, очень важно, но менеджмент – это система управления. А что за ней скрывается? Снова люди. И я как человек, который действительно, в Одессе одна из первых запускала проект «Профайлинг». Что это такое? Изучение типологии людей. Людей много, специальностей много, должностей, которые будут у будущих бизнесменов в жизни, тоже много. А говорят, хороший парень не профессия. Да? То есть вот мы можем смотреть на человека, говорит, он подходит для финансиста, но он абсолютно не подходит для грузчика. Но это же знание основ психологии. А это уже не совсем академические знания, там, экономические, финансовые, это уже из области психологии. И мне очень хочется донести вашим студентам, что, добавив к академическим знаниям, знания человеческих отношений, знания психологии, знания денежных отношений, то, чему хотелось бы, чтобы нас учили с детства, чтобы наших детей учили этому,
вы будете вне конкуренции на любом предприятии у любого работодателя. Поэтому welcome на мои лекции, welcome в это прекрасное учебное заведение. Учитесь, получайте знания, перенимайте опыт опытных людей, которые уже набили шишки. Зачем вам их повторять? Поэтому я с удовольствием к вашим услугам и еще раз большое спасибо вам за доверие. Дуже дякую вам усім за цікаву розмову. Дякую, що прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.